Благоустройство дворов и детских площадок все чаще ложится на плечи самих жильцов многоквартирных домов. Со временем спортивное оборудование и малые формы ломаются или теряют свой вид. Так произошло во дворе дома в привокзальном поселке. На просьбу о помощи оперативно откликнулись только молодые коммунисты. Вооружившись инструментами, четверо молодых коммунистов из первичной организации «Электромеханика» приступают к работе. Нужно снять поврежденную во многих местах сетку на баскетбольной площадке во дворе дома на улице Вокзальная. Молодые коммунисты нашли ей более прочную замену и надеются, что она долго прослужит местной детворе. Эта сетка может быть и пружинит, но в любом случае она, извините, за год порвалась. И очень много дыр, очень много растянутых моментов в сетке. Мы поставили сетку попрочнее, для того, чтобы мячиком ее не ломало и чтобы она не растягивалась. Помощник депутата Николая Эглита, коммунист Сергей Горбатенко, несколько дней назад присутствовал на собрании жильцов. Там и услышал о наболевшей проблеме. На этой площадке собираются дети со всего привокзального поселка. Сетку установили 2 года назад. В этом году стало ясно, что спортивная площадка уже требует ремонта. Коммунисты быстро откликнулись. Приехали сюда, сделали замеры, купили дорожную сетку, и дело пошло. Ребята так откликнулись и быстро вроде начали делать, что даже и не поверила. А площадка была изорвана вся, изорвана буквально вся в клочья. Это было очень плохо, потому что дети могли мячом стукнуть, и ребенок бежит, и взрослая женщина или бабушка. Сейчас вот эти сетки, слава богу, ремонтируют. Мы очень этому рады. Спасибо ребятам, которые так быстро... сделали все это. И детям, конечно, будет очень-очень приятно. В отличие от местных жителей, председатель КТОСа не посчитала нужным сказать простое человеческое спасибо, не говоря уже о предполагаемой помощи. Завидев символику КПРФ, быстро ретировалась. Но молодые ребята справились без чего-либо участия, работали дружно и слаженно. Любо дорого посмотреть. И это все четверо молодые коммунисты, все ответственные, все инициативные. И поэтому я считаю, что это очень здорово. Это хороший пример для подрастающего поколения и для молодых коммунистов, как надо помогать в обществе в каких-то проблемах. Можно еще добавить, молодые коммунисты – образцовый пример и для представителей «Единой России». Они только говорят много, а на деле ни помощи людям, ни поддержки. Алла Левина, Александр Филиппов, Обком ТВ.